Иван Андреевич Крылов, Демьяново, Уха. Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло. Нужды нет, еще тарелочку, послушай, ушиться, ей же ей на славу сварена. Я 3 тарелки съел, и полно, что за счеты, лишь стала бы охота, а то во здравье, ешь до дна. Что за уха, да как жирна, как будто янтарем подернулась она. Потеже, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек, еще хоть ложечку, да кланяйся, жена. Так почивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыха, ни сроку, а с Фоки уж давно катился пот. Однако ж еще тарелку он берет, сбирается с последней силы и очищает всю. «Вот друга я люблю!» — вскричал Демьян. «Зато уж чванных не терплю. Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорей без памяти домой. И с той поры к Демьяну ни ногой. Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь, но если помолчать ты вовремя не умеешь и ближнего ушей ты не жалеешь, то ведай, что твои и прозы, и стихи тошнее будут всем Демьяновой ухи.